Ну, раз сегодня день учителя, то с самого утра родители и дети несут в школу цветы. В этот день учащиеся традиционно устраивают для педагогов праздничную программу. В приморских школах сегодня пройдут концерты, тематические выставки и день самоуправления. Школьники и студенты поменяются местами с учителями. В этот праздничный день учителей поздравляют и общественное телевидение Приморья. Желаем главным наставникам жизни счастья, крепкого здоровья и профессиональных побед.